преддверии саммита форума китайско-африканского сотрудничества, который принял Пекин, председатель КНР провел серию встреч с африканскими лидерами. Так состоялись его переговоры с президентами Кении, Малави и Чада, а также главой комиссии Африканского союза. Во время встречи с президентом Кении Уильямом Руто Си Цзиньпин отметил, что две страны успешно реализовали ряд флагманских инфраструктурных проектов в рамках пояса и пути, что стало важным стимулом для социально-экономического развития региона. Он призвал к дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства. На встрече Си Цзиньпина с президентом Малави Лазарусом Чакверой стороны объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. По словам Си Цзиньпина, Китай готов развивать сотрудничество с африканским государством. Это станет вкладом в обоюдное развитие и принесет пользу обоим народам. До уровня стратегического партнерства повышены и отношения КНР с Чадом. Си Цзиньпин и президент центральноафриканской страны Махамад Идрис Деби Итно заявили о готовности наращивать сотрудничество. Во время переговоров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом Си Цзиньпин отметил, что КНР поддерживает рост влияния Африканского союза в развитии китайско-африканской дружбы. Он сообщил о намерении Китая активно взаимодействовать с организацией.